Памятник Дмитрию Хворостовскому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве. Сегодня исполняется 57 лет со дня рождения артиста. На церемонии присутствовали родители певца Александр и Людмила Хворостовские. Из Лондона приехала вдова артиста Флоранс и дети Максим и Нина. Автор монумента – заслуженный скульптор России Владимир Усов. Он же создавал памятник певцу на его родине в Красноярске.